Так, это такое видео в формате ИРЛ. Вот такие огоньки. И вот такая елка. Прям сверкает. Всем привет, с вами Фрис, и это наконец-то долгожданное новое видео. Я надеюсь, много кто ждал новое видео, но в честь этого давайте поставим много лайков, к примеру, 20, 30, 40, не знаю. Как-то, короче, много, да. Ну и это видео я бы хотел... оно будет немного грустное, и в этом видео я бы хотел рассказать о нескольких своих ошибках, которые я допустил за все время существования данного канала Фриз. Да, может быть, кто-то олд моего канала и знает об этих ошибках, но если вы хотите о них узнать, смотрите видео целиком. Ну а мы будем приступать. Поехали. Также не забудьте подписаться. Ну что ж, приступим. Наверное, я бы хотела рассказать про первую, мою самую наиглупейшую ошибку. Это событие произошло в 2021 году. Тогда что-то совсем... Ну, я плохо помню детали из этой истории, но тогда я вроде бы забыл пароль от своего аккаунта, ну, YouTube-канала Фриз, как-то там что-то пытался восстановить, в итоге зашел на этот аккаунт вновь, и потом всем говорил то, что меня взломали, хотя до конца не разобрался в этой ситуации, говорил то, что меня взломали. Ну, вообще тупой, да? Понимаете. И вот, я зашел на аккаунт, и там удалились все мои видео, которые я снимал. На минуточку. Создал я свой канал и загрузил первое видео 25 июня 2020 года. Да, самый легендарный год, самый крутой. Ну, это по моему мнению. Вот. Тогда было мое первое видео. Были еще... Кто олд, прям олд моего канала, знает, я делал арену мобов, там сражались мобы. И, короче, еще разные крутые видео. Видео с Кэт и Тофи, надеюсь, многие, кто знает тоже, кто мои олды. Так что вот, это все, что я знаю о этой ситуации. Это была первая, самая глупая ошибка. Ну что ж, наверное, с нетерпением приступим ко второй моей глупой ошибке. Она звучит так. Начиная с 2020 по 2021 год я активно вел стримы, которые назывались «Стрим ВЗ Пиар Оценка». Тогда эти стримы были популярны, ну, наверное, сейчас тоже, и делал взаимные подписки. Подписывался на себя с разных аккаунтов, и подписывался на челов тоже с разных аккаунтов, и они, соответственно, на меня с разных аккаунтов. И вы понимаете то, что это не настоящие люди, они тебя смотреть не будут, и тем самым, можно сказать, накрутил себе какую-то часть своих подписчиков. Может быть, там и 500 точно было. Это вообще такая глупая ошибка, которая мне ухудшила в дальнейшем просмотры, наверное, как-то вот так. Ну и финальная, третья ошибка — это нечастая публикация моих видеороликов. Недавно, точнее, летом, когда-то я выпустил видео, а потом не выпускал видео месяц, Карл, месяц, вот. Было много подобных ситуаций еще в 2021 году и в 2020. Это очень плохо и тоже сказалось на моих просмотрах, подписчиках, лайках и, короче, тому подобное. Вот. А это была финальная ошибка. Ну что ж, давайте перейдем к прощанию. Ну что ж, а этот видеоролик, к сожалению, подходит к концу. Надеюсь, он вам понравился. Это был вот такой небольшой разговорный видео. И немного, надеюсь, вы, кто олд, опять олд моего канала, поностальгировали. Я уж точно. Ну, а с вами был Фриз. Еще увидимся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, желательно тему данного видеоролика. Ставьте лайки. Ну, а с вами был я, Фриз. Всем удачи. Не болейте. Скоро Новый год, так что... О, как раз снег, смотрите. Всем удачи. Всем пока. Еще будет много контента до Нового года. Да. Всем удачи. Всем пока. Пока.